Появились какие-то сомнения, опасения? Высота приличная, конечно, поэтому главное на жопу не приземлиться. Говорят, что у профессиональных бойцов тоже есть страхи. Когда-то давно у меня были на канале Артем Тарасов и русский школьник. Я вообще тогда уже начал сомневаться, смогут ли они спрыгнуть. Но минут 40 спустя парни все-таки решились. Понятно, что ринг и вышка – это абсолютно разные вещи. Но интересно, у всех ли бойцов так? Сегодня ко мне приехал известный боксер, а также обладатель более 4000 подписчиков в Инстаграме – Ростислав Плечко. Выпуск получился крайне эмоциональным. Спорные судейские решения, желание разобраться здесь и сейчас. И, конечно, главный вопрос – засал ли профессиональный боксер Ростислав на 10-метровой вышке? Голосуй в верхнем правом углу, чем закончится, и устраивайся поудобнее перед экраном. Все трюки выполнены в присутствии профессионального тренера при соблюдении всех требований безопасности. Скажите только честно, конец года для вас это тоже своеобразная проверка на прочность? Кто как спасается, когда мозг начинает кипеть? Лично я пару раз в день нахожу спасение в добрых мобильных играх и последние пару недель подзалип на Homescapes. Вы тоже любите смотреть, как другие работают? Вот и здесь нужно помочь Остину Дворецкому вернуть тепло и уют в особняк своей замечательной семьи. Для этого нужно пройти множество красочных уровней с невероятными спецэффектами, заработать звезд и помочь Остину обставить дом. А в канун Рождества в дом заглянут старые друзья Остина, соседские дети Стивен и Люси, чтобы вместе подготовиться к празднику и отметить Рождество. Для этого игрокам понадобится собирать стикеры, проходя основную цепочку уровней. За сбор всей коллекции декораций игроки смогут получить особый приз – ледяную елку, памятную аватарку, а также бесплатные жизни и бустеры. И чтобы новогоднее настроение было особенно ярким, то до 28 декабря будут действовать специальные скидки от 50 до 85% на монеты, бустеры и безлимитные жизни. Так что самое время перейти в описание, чтобы скачать игру и весело провести Новый год и Рождество. Ссылки в описании. Друзья, всем привет! Меня зовут Вадим Бабешкин, я мастер спорта по прыжкам в воду, и сегодня у меня в гостях Ростислав Плечко. Кто ты? Кто я? Мы учились с ним 10 лет в школе в одной. Ростислав Плечко, чемпион России по профессиональному боксу, чемпион Азии по профессиональному боксу и, конечно же, мой замечательный друг детства с 80-й школы. Очень рад тебя здесь видеть. Надеюсь, что после этих съемок наша с тобой школьная дружба не развалится. Чего? Ты ведущий, вот и веди. Ладно, это будет... Он судья, он и судит. Куда ты лезешь? Не будем затягивать время, погнали. Напомню правила. Сегодня участник будет прыгать с 1, с 3, с 5, с 7, с половиной и с 10 метров. Но прыжки будут непростые. Это будут испытания на боль, ловкость, стиль и бесстрашие. И специально для каждой высоты мы подготовили свое задание. Для этого формата мы разработали суперсложную систему оценок. Засал или не засал? В этот раз оценивать будет мой давний друг Роман Измайлов, член сборной России, мастер спорта международного класса, бронзовый призер чемпионата мира в Казани. В конце, если участник успешно пройдет испытание, его ждет заслуженная награда. Если нет, то его ждет страшное испытание. Зашкварный прыжок. На тебе очень хорошо сидят эти леггинсы. Ну, леопард-то вообще мой фильм. Здравствуйте. Здравствуй, Вадим. Ну что, ты готов к объективному судейству? Ну, система оценивания сегодня, конечно, сложная, но я сегодня буду супер строго судить нашего гостя. Ну и отлично, погнали. На самом деле, я искренне надеюсь, что сегодня зашкварного задания не будет. Побаиваюсь, знаете ли, последствий. Ну, начнем, в общем, с простой метровой высоты. Тебе нужно будет открыть эту коробку. Давай. И выбрать прыжок болевой. В каждой коробке по несколько заданий, поэтому никто не знает, какие сегодня испытания. Все непредсказуемо. Ты боли реально не боишься? Конечно. Конечно, не боюсь. Я получаю от нее удовольствие. Человек неравнодушный к насилию. Звучит ужасно. Так, ну смотрим. Бомбочка. То есть тебе на самом деле дико повезло. Там есть гораздо более жесткие прыжки. Посмотрите в следующих выпусках. Это чистая бомбочка. Надо оттолкнуться наверх, взять повыше, группировку. Правильно. Плотную группировку. Плотную группировку. Да. Колени вместе, желательно к плечам. Так и войти. Одна попытка только? Да. Все по одной попытке, никаких дублей. Хорошая вода. Работать можно? Конечно, хорошая вода. Это же
лучший в стране прыжковый бассейн. Такого я даже в мире не видел. Друзья, разрешайте. Но, мне кажется, здесь все было максимально просто. Что сказать, все как по инструкции. А вообще Росту очень повезло. Там были и прыжки на живот, и пластом. Но ему досталось самое простое испытание. Выше будет жестче. Ну, я считаю, что это абсолютно верно выполненное задание. И будет интересно посмотреть, что будет дальше. Я так аккуратно подхожу, похлопываю по плечу. Все верно сказал этот парень, все верно. Однозначно не засал. Но с одного метра тебе реально повезло, вытянул самое легкое испытание. Все, метр мы убираем, 3 метра. Вытягиваем, да? Вытягиваем. Оп. Не разводи ноги. У меня вообще нет такой привычки, дружище. А сейчас мы это проверим с 3 метров. Чего и вам, мужчины, советую. Я по опыту скажу, что Леха Столяров, вот сколько раз он не пытался сделать спад вперед, у него ни разу не было попытки, чтобы он не развел ноги. Вот реально интересно будет посмотреть, как это пойдет у тебя. Что вот это? Как это понимаете? Это фонтанчик, он тебе облегчит задачу, иначе ты встанешь, и ты воду не будешь видеть. Мне кажется, что это провокация, типа я такой подсыкиваю мальца, да? Выключи нахрен эту хрень. Окей, чувак. Ты моя спецспорта международного класса по прыжкам в воду. Скажи мне, как это может мне помочь не развести ноги? Эта штука помогает видеть тебе гладь воды. Ну тогда оставь, пожалуйста. Роман, умеешь объяснять, спасибо. Оставим водичку, оставим. Та-да-да-дам-да-дам! Да! К бою готов, я понял. Так, я сейчас перестану тебе подсказывать. Ну чего, ладно, делай. А вы поняли, да, какие у меня ребята учились со мной в школе, так что... Все время защищал его, бегал ко мне, жаловался. Так что подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, а то... Все лайки ставят, да? Кто поставит дизлайк, тот будет иметь дело со мной. Ладно, шутками, а мы за дело. Да, шутки шутками, а дело стынет. Не надо отталкивать, просто тебе нужно упасть, войти вниз руками, и не развести вот так ноги. Руки держать. Да, так держим руки. Судья, дайте разрешение. Вот это там помогать не надо. Подожди, сейчас посмотрим. Вот это реально сложно сказать. Неужели все-таки он зассал и развел ноги? Проголосуйте сверху. Как вам показалось? Кажется, назревает конфликт. Ну, этот прыжок вызывает сомнения, так что посмотрим, как мы повтор. Чего? Ростислав, будет сейчас дисквалификация. Сейчас я вас всех сам дисквалифицирую. Будете прыгать, а я буду ставить баллы. Так, ладно, давайте смотреть повтор. Ну нет, смотри, видел? Вот я сверху видел, что ноги... Ну давайте перепрыгнем. Ноги были вот такие. Ну когда я входил, они были вместе. А нет, вот смотри на... Когда я входил в воду... Слушай, я вживую не увидел, на повторе я увидел. Ты начал, у тебя ноги были вместе. А на входе в воду, когда ты уже переходил, в самый последний момент, как бы ты уже о ногах забыл думать. Ну засал-то тут явно не про меня. Ну а как это не про тебя, если у тебя в конце ноги вот так разлетелись? Просматривая повтор, Ростислав, извините, но ноги были разведены. Так, наше задание было держать ноги вместе. Извини, братан, но засал. Так еще ты меня в воду сталкиваешь, е-мое. Чего? Обидно, что ты влез, блин, вообще туда не рад. Есть судья, он решает, ты тут что, блин? Ты ведущий, вот и веди. Ладно, это будет... Он судья, он и судит. Куда ты лезешь? Рома, а ты что покраснел-то такой, да? Прикаемся, да? Смотри, как табличка. Может быть, это вот так вот? Ух, что-то, походу, сегодня у судьи, у ведущего трясутся коленки. 5 метров. Я уже боюсь, что там? Али стоит над листом. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало кто может это делать. Может, не над листом? Или над листом. Я уже, знаешь, заниматься. Но я думаю, что все любители бокса знают известную фотографию. Речь идет о самой известной фотографии Мухаммеда Али. Зачем ты мне? Я думаю, что я не знаю, как он стоял над Сони Листоном. Вот как над листом он стоял, я не в курсе. Роман, задание называется «Повтори фотографию знаменитости». Собственно, Рост будет сейчас в роли Мухаммеда Али и должен полностью повторить эту позу в воздухе.
а мы ее зафиксируем, а ты должен сказать, похоже, не похоже, засал или не засал. Да. Уже не важно, как я войду, правильно? Абсолютно не важно, главное повторить фотографию знаменитости. Будет сделано. Алит, как ты его уважаешь? Конечно, уважаю. Как кого больше, спортсмена? Как легенду, великую личность. Человек, который изменил мир. Достойно. Это не серьезный разговор. Да ладно, серьезно? Да. Слушай, были у нас тут как-то бойцы, и начиная с 5 метров у них возникли проблемы. Посмотрим, что будет выше. А сейчас повторяем фотку Мухаммеда Али. У нас что, у нас возникли проблемы с судейством? Есть вопросы к судье, да? Пока что мы находим компромисс, но я чувствую, все идет на обострение. Дабы сгладить углы, я хочу на суше прояснить этот технически непростой элемент. Роман, посмотри, пожалуйста. Посмотрите, пожалуйста, мы судьи уважаем. Что это будет примерно так? Вот так, нормально? Все, хорошо. И, кстати, раз уж мы начали обсуждать великих боксеров, то, Рост, какие у тебя планы? Как подготовка? Я все время в форме. Сейчас проходил сбор в Москве, тренировался 2 раза в день. Но при этом с боями пока не складывается, потому что то, что мне предлагают, мне это не интересно. Поэтому я сейчас спокойно занимаюсь бизнесом, у меня куча интересных проектов и все время поддерживаю себя в форме, поэтому будут хорошие предложения, я вернусь в ринг. Вопрос только. Господа, лучше прыгать в ту сторону или туда? Прыгай на камеру, чтобы мы потом чтобы мы могли вот эту фронтальную запись, так сказать, полностью сравнить. Но мне кажется, что если сейчас Роман покажет красную табличку, то у нас у всех будут проблемы. Как по мне, Ростислав был даже более брутален, нежели Али в этой позе. Но меня поразило, что он вообще не испугался высоты. Уверен, что выше будут проблемы. Ну, я думаю, это задание для Ростислава было более привычное и не такое, на самом деле, сложное, как предыдущее. Так что абсолютно оценка не засал. А дальше у нас 7 метров. Слушай, на самом деле ты настолько резко взял и прыгнул. Удивительно. Это моя черта характера. Я предпочитаю бить первым, сразу начинать бой, знаешь, без разведки, без всего. Пока соперник еще не адаптировался. 7 метров. Высота уже серьезная. Вот это уже интересно. 6 ударов. 6 ударов! Может, ты будешь рядом лететь и держать мне лапы? Ну, я подумаю над этим предложением. Я где-то читал, что есть мировой рекорд 805 ударов в минуту. Ну, это, наверное, на ногах. С ногами проще. Значит, а сколько лететь с 7 метров? А с 7 метров лететь чуть больше секунды. Но я думаю, что это должны быть прямые удары. Хорошо будут прыгать. Ну покажи, как ты это думаешь сделать. Я думаю так вот. Хватит же. 6 ударов в воздухе. Да. Но важно, чтобы удары начались после отталкивания. Интересно, как ты справишься, Ростислав. Но на самом деле могу тебе посоветовать повыше. Выпрыгнуть повыше. Выше. Читаешь мои мысли, Роман. Давай пятерочку. Я стараюсь почаще его хлопать по плечу, по пузу. Ну, чтобы он чувствовал тяжелую руку, понимаешь? И принимал правильное решение судьи. Решейские судейские. Через полтора месяца у нас здесь Кубок России, на самом деле. Это он ведет к тому, чтобы я был с ним подеждей, чтобы он мог выступить на Кубке России. А то твои удары. Роман, это зависит от тебя. По поводу Кубка России. Роману пожелаем удачи, а 26 числа у каждого из вас, мои дорогие подписчики, будет возможность прийти и прыгнуть отсюда с 10-метровой вышки. Установим мировой рекорд. 300 человек на вышке. Давайте соберемся. Все подробности по ссылочке в описании. Слушай, неужели тебе вообще было совсем не страшно на 5 метрах? Вообще никак. Было главное выполнить качественно задачу и передать эмоции, которые испытывал Мухаммед Али. Это, конечно, это феерия чувств. Я просто, мне это знакомо, что значит побеждать. Я тоже люблю проявить вот эту эмоцию после победы. Только немножко по-другому. Ну что, Рост, появились какие-то сомнения, опасения? Слушай, ну, высота приличная, конечно, поэтому главное на жопу не приземлиться. Задницу, правда, жалко. Как ты считаешь, вообще 6 ударов за секунду с небольшим – это много? Да не, стоя на земле, плотно на ногах – это не проблема, конечно, особенно короткие.
Все усложняется тем, что это будет в свободном падении. Никогда прежде такого я не делал. Мы делали, что вот хоп, выпрыгиваешь и кидаешь. Да, с 7-метровых в принципе я не прыгал. А с ударами тем более. Из-за этого это новый экспириенс. Посмотрим, что из этого выйдет. Сава, ты как бы, ты в пределе вообще? Ты сюда пришел, что, поговорить или снимать? И ты тоже сейчас под раздачу попадешь. Понял? Хорошо, работай. Рома, объясни ему, пожалуйста. Своеобразный такой тимбилдинг провел меня. Так, окей, ну все. Сава, снимаешь? Похоже, нас опять сейчас ждут разборки. Слушайте, мне кажется, что... Я, конечно, не подстрекатель, но мне кажется, что можно опять посмотреть повтор. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Было шесть. Шесть, было семь, восемь. Седьмой двойной. Я читал шесть, и все, и потом руки опустил. Но только на монтаже я заметил, что первый удар Рост сделал стоя на вышке, а это не считается. Да и второй удар был тоже чуть ли не с толчка. Таким образом, двойной удар был то ли пятым, то ли шестым. Это значит, что Рост все-таки занервничал, и на десятке нас наверняка ждет сюрприз. Но что все это значит? Мы не ошиблись, что засчитали попытку, или нужно было показать табличку «Зассал»? Напишите в комментариях. Товарищ судья... На самом деле было четко 6 ударов, видно. И я думаю, что можно поставить оценку «Не зассал». Смотри, как мобилизировался после прыжка с 3 метров. Спасибо, Раван, за высокую оценку. Как ощущение по входу в воду? Ты немножко, по-моему, лицом, да, вошел? Нормально. Голова держит, все нормально. Ну, поехали на десятку. Ну что, у нас осталось всего 2 коробочки, зашквар и 10 метров. Но здесь все зависит от тебя. Как минимум, главное прыгнуть 10 метров. Дальше будем подводить итоги. Что там? 30 секунд. Что дальше 30 секунд? Ну, это значит, что... К сожалению, понимаешь, природу не обмануть. Я не смогу лететь с 10-метровой вышки 30 секунд. С парашютом только, если... Нет, здесь все гораздо банальнее и прозаичнее. Задача. Забираемся на десятку. Ты делаешь шаг на 10 метров. У тебя 30 секунд. Ты должен прыгнуть. Ребят, я прыгну за 2 секунды. За 2? Ну, подойду и прыгну. Все. Нет, ну тебе нужно еще будет всю вышку пройти. А, тогда, тогда придется пробежаться. Ну, короче, ребята, 30 секунд. Успею точно. Вообще, мне кажется, надо быть сыкуном, чтобы не прыгнуть. И не успеть за 30 секунд. Ну, сейчас проверим. На самом деле, Рост, ты сейчас поднял просто ставки очень высоко. Почему? 10 метров, это тебе не шутки. Да пофиг. В моей жизни были более страшные вещи, чем прыгнуть с 10 метров или с кем-то подраться. Понимаешь? Но ты же никогда не прыгал с 10 метров. Никогда. Откуда ты знаешь, что ты вот встанешь и все будет нормально, что у тебя не возникнет сковывающего страха? А я даже не стану стоять, я подойду и прыгну. Друзья, вот 26 числа у вас будет возможность проверить себя, сможете ли вы вот просто встать и прыгнуть. Все подробности в описании, а мы пойдем проверим Рост. Стой, стой. Вот как только ты заходишь сюда, вот касаешься вот этой поверхности, у тебя будет 30 секунд. Чтобы прыгнуть. Да. И, собственно говоря, твоя задача прыгнуть быстро. Но сделай, пожалуйста, это осознанно. Ну, конечно, осознанно. Посмотрим, уместишься ли ты в 30 секунд. Знаете, они все так говорят. Я говорю, поехали и включай секундомер. Ну, давай, на раз, два. Готов? Готов. Раз, два, три. Он очень смелый парень, но тем не менее приземлился, по-моему, на кое-что. Давайте смотреть повтор. Несмотря на то, что где-то в середине прыжка была явная неуверенность, сам прыжок был выполнен очень смело. Что думаете, как по мне, сегодня у нас был настоящий чемпион? Видимо, немножко прилетел на пятую точку, но на самом деле тут абсолютно, он даже с разбега побежал на вышку. Я на самом деле вижу такое впервые. Мало людей осмеливалось на такие прыжки. Тут однозначно не зассал. И что, можно только поздравить Ростислава с его замечательным успехом. Спасибо, тренер. Ну что ж, 10 метров мы убираем, а зашкварный прыжок остается для следующего гостя. Рост, тебе первому вручаем почетную грамоту, которая, надеюсь, украсит твой замечательный кабинет. Ей реально можно гордиться. Ты супер человек. Держи. Спасибо, дорогой.
Вадик, спасибо, что пригласил. Классная программа от души. Я надеюсь научиться прыгать рыбкой, ну, скажем, метров хотя бы с 5-7, потому что, наверное, без тренировок лучше это не экспериментировать. Конечно. Друзья, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Роста, смотрите видосики и, конечно же, 26 января я надеюсь, что мы с вами увидимся. Всем пока! А также пожелайте удачи нашему другу Роману, который будет скоро выступать на Кубке России. Роман, удачи, мы за тебя! Да? Роман! Ура! Хорошее эхо здесь.